84 квадратных метра. Две спальни, салон, кухня, балкон. А, ну это дом получается уже. Ну, вилла. Квартира, я думаю. Квартира, да? Скорее всего. А может, писа, может, это дом означает. Писа. Неизвестно. 52 тысячи евро стоит. А здесь вот, смотри, вот этот, видишь, участок такой. Развалина какая-то. Стоит 66 тысяч евро. 145 квадратных метров. И 600 метров. Что-то непонятно, что. А здесь вот это что такое? Это квартира или дом тоже. Квартира, да? А, точно. Санта-Крузи. А, это Санта-Крузи, это здесь? 156 тысяч. 156 тысяч евро стоит, ага. Но Санта-Крузи это столица вообще-то. Сколько там? Три комнаты, да, 90 метров. 156 тысяч стоит. Ну, это уже квартира чисто. Да, и все. А вон там, видишь? Тысяч. А, вот это 66 тысяч евро. Три спальни, один салон. Кухня отдельная. Три спальни, один салон. Салон это типа зал, что ли, или что это? Да. Это где находится? Не написано? Здесь? Плаза де Гарахе. Гарахе. Интерстер. Ну это уже здесь где-то получается. А вот земля, видишь? За 18 тысяч евро. Кусок земли. Сколько там метров, не написано? 100 метров. Пахеро, Канаро, 35 метров, какой-то реформал. Непонятно. Да, что-то непонятно. В общем, вот такие вот здесь непонятные цены. Но самое интересное, что за 300 евро вот можно снять квартиру. От 300 евро можно снять здесь квартиру, да. Да, ну и за 300 евро тоже можно снять. Это при том, вот это агентство. А так вообще можно, если самому искать, и дешевле снять. Вот это 105 тысяч евро стоит. Такие вот дела. Такие примерные цены на... скажем так, недвижимость. Мы сейчас находимся на острове Ла-Пальма. Город у нас называется Лос-Лянос. Смотрите Анзор ТВ. Двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию.